Как у меня бабушка говорила, золотая слеза не выкатится, пупок не развяжется. Я скажу, Светик, ну ничего не развяжется. Все по графику. Так что. А у меня бабушка мудрая была. Не, по режиму кормить будет лось режима хороший. Да, скажи? Четкий лось будет. Как вон, парни, три четких парня. И Светик, да, тоже? Молодец. Как есть. Маленький, как велосипедик, да? Но он сегодня такой же, более уклюжен. Клювом не клюет уже. Да, уже ходить научился. Да, прям молодец. Ну, крепнет. Молодец, все. Ты воздух не засасывай. И все, говорит, что ли? Ну, 7 раз. Ну что, руки. Сейчас дойдет, и уже будешь сытый. Да. Может, ему воды давать, еще что-нибудь, нет? Да. А он, кстати, он сам резунец лежит. Весь мокрый добивать. Резунец, да. Я имею в виду, вот. Сейчас доби. Ну что? Что? Ой, мама. Я вот, по волосами вся пропахла. Да, скажи, лоси везде. Лоси. Сюда не надо. Тут копыта разъедутся у тебя. Температуру сегодня мерили, это уж хорош. Да, ничего, Светик. Так что воду...